Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Вы смотрите видеообзор квартиры-студии в микрорайоне Парковый 2. Досмотрите данный видеообзор до конца, и вы узнаете, что это за квартира, где она находится и сколько же она стоит. А я начинаю свой обзор. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риэлтор в области вторичной недвижимости. И снимаю видеообзоры на те квартиры, которые продаю или сдаю. Вообще я занимаюсь недвижимостью разнообразно. Давайте начнем по традиции со входа в квартиру, чтобы была понятна планировка. Это 137 серия. Таких домов всего 4 штуки в Челябинске. Все они в Парковом 2. Значит, там за лифтом идет лестница. Как раз наша квартира граничит с лестничным пролетом. На 9 этаже квартира. Большой лифт грузовой. Отличная управляющая компания, видеонаблюдение в лифте по периметру дома. Квартира находится в кармане. Здесь есть вот такая ниша, которую можно при желании соседями оборудовать и оставлять там велосипеды, коляски, что-нибудь еще. Вот такой карман на 4 квартиры. Тут тоже можно при желании установить замок и закрывать, потому что коммуникации здесь в кармане никаких нет. Вот. При входе в квартиру у нас металлическая дверь от застройщика. Дверь, в принципе, неплохая, с двухконтурной звукоизоляцией. Попадаем в зону прихожей. Эта планировка похожа на серию Европа. С левой стороны вот вешалка для верхней одежды. С правой прихожка, зеркало и вход в санузел. Санузел полностью в кафеле. Такая небольшая ванная, унитаз, счетчики на воду. В коридоре есть небольшая перегородка из гипсокартона. Или даже, мне кажется, она в кирпичик. Да, в один кирпичик она. Из-за санузла получается такая скошенная стенка, на которую обычно либо вешают телевизор, либо делают вот такой шкаф-купе. Сюда большой влезает. Тут у нас установлена мойка, шкаф кухонный. Потолки здесь обычные, покрашенные, обои. Требуется небольшой косметический ремонт и выход на балкон. Балкон отличается от серии Европа, он пошире идет. Здесь у нас панорамный балкон с видом во двор. Это у нас восточная сторона. Отличный просторный двор. Парковка есть перед домом, за домом, и за домом еще есть платная стоянка. С правой стороны есть несколько магазинов. Уже полностью благоустроенный район. Вот такая квартира. Эта квартира подойдет как для проживания, так и для аренды. Я ее ранее снимал на нее обзор, сдавал ее в аренду, сейчас мы приняли решение ее продавать. Итак, стоимость данной квартиры сейчас 2 090 000 рублей. Сдавать ее можно вот в таком виде, я ее сдавал за 10 000 рублей. Если здесь установить минимальный набор техники по типу холодильника, стиральной машины, диван, там что-нибудь, шкаф какой-нибудь поставить, я думаю, что можно 1000 за 12-13 ее сдавать в аренду. Коммунальные платежи здесь небольшие, в районе там летом 1000 рублей, зимой 2500. Поэтому даже если квартиранты съедут, не так страшно, коммуналка небольшая. Теперь, что касаемо стоимости, инфраструктуры и всего остального. В принципе, Парковый 2 уже достаточно хорошую инфраструктуру обрел. Есть детский садик, есть разные магазины. Красно-белая, Пятерочка, Дикси. Благоустроили заезд с улиц Татищева, поэтому сейчас в микрорайон попасть вообще максимально просто. Можно по Новоградскому, можно по Татищеву через Ньютон. Транспортная развязка очень доступная. Плюс развивается направление за Парковым 2, Парковый 3, там строится Эльтаун. Это все направление очень хорошо развивается. Перед микрорайоном построили несколько торговых комплексов. Все это достаточно хорошего добавляет лоска этому микрорайону. Тем более он находится, так скажем, не в городе, в 5 минутах от города, но относится к центральному району города Челябинск. Поэтому приходите, посмотрите и покупайте отличные квартиры. А я благодарю вас за просмотр данного ролика. Поддержите его лайком, напишите в комментариях свою обратную связь. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания.